Второй день недели российского ритейла. Мы разговариваем с нашими гостями. Оксана, скажите, что вы делаете на выставке? Какие ваши цели, какие ожидания от самой недели ритейла? Мы приехали на мероприятие «Центр закупок сетей». Хотим познакомиться с поставщиками, с покупателями. Мы поставщик японской, корейской бытовой химии и косметики. Вот, планируем провести переговоры, заключить контракты. Как вам аудитория, которая здесь гуляет? Является ли эта аудитория вашими будущими потенциальными клиентами, контрагентами? Ну, сейчас сложно сказать. Дело в том, что центр закупок сетей начнется в 14:00. Но судя по тому, что нам предоставили, список участников очень впечатляющий. А вы пришли только на биржу контактов или гуляли по экспозиции? Как вам стенды? Стенды пока не смотрели, пока записывались на собеседование, на переговоры. Но я думаю, завтра посмотрим стенды. Вообще впечатляет. Спасибо большое. Вот такие мнения звучат от участников выставки. Неделя российского ритейла. Не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями.